Добрый день, меня зовут Артем Чирков, я из Тюмени, являюсь платиновым дистрибьютором компании FFI, спикером клуба Прав ТВ, и сегодня с вами хочу поделиться одним открытием. Сегодня я заглянул в Конституцию Российской Федерации и в первой главе «Основы конституционного строя» нашел три интересных статьи, на мой взгляд, интересных. Вот давайте подумаем, как мы это можем применить к нам. И почитаем. Они очень короткие, поэтому задержитесь, не убегайте. Вы о себе, может, узнаете много чего интересного. Значит, первая статья, которая меня зацепила, статья номер 17, третья часть в этой статье. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других граждан. Ну, вполне понятная статья. Я что-то делаю. И это то, что я делаю, не должно как бы мешать другим людям. Как мы это к себе применить можем, сейчас я объясню. Статья 42. Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, запятая, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическими правонарушениями. То есть понятно, да, тоже, что каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Вот нам, в принципе, вот этот кусок очень важен. Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. Что из 58 статьи, нам конкретно нужно? Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. Вот, выделяем три пункта и давайте поговорим по этому поводу. Итак, мне 30 лет. У меня права на руках как бы 10 лет, вот сейчас я их как раз меняю в связи с исходом срока годности, теперь мне как бы надо продлить их дальше. И 9 лет я использовал транспортные средства, не зная, что может быть как-то по-другому. То есть меня государство сказало, что есть какие-то нормы, больше которых я не могу делать вредные выбросы в атмосферу, то есть мой автомобиль не должен ее загрязнять. И я вроде как бы пользовался, и все было хорошо. До недавних пор, 15 месяцев назад, я узнал о продукте, который делает так, что автомобиль становится экологически чистым. То есть не нужны уже никакие нормы, в принципе, машина просто перестает загрязнять атмосферу. Чистый воздух идет из трубы, из нее пахнет, из трубы пахнет не вредными выбросами, а пахнет конфетками, я не знаю, там компотом, сухофруктами, называйте как хотите, но примерно вот такой вот запах. То есть можно закрываться в гараже, заводить машину, находиться там сколько угодно времени, и ничего тебе не будет. О чем-то это говорит? Сколько людей уже угорело в гаражах при работающих двигателях? Можно статистику ради интереса поднять и посмотреть, если вам это так интересно. Но на самом деле таких людей уже очень много. А сколько людей уже сейчас в городах дышит тем, что производят транспортные средства, которые в этих городах находятся? Это частные автомобили, это автомобили, которые принадлежат каким-то предприятиям. Очень в Тюмени конкретно, я не знаю, как в других городах, но в Тюмени ужасный автопарк этих автобусов. Реально, едешь, когда вот мимо автобуса летом, а у него выхлопная труба, то есть он идет крайним рядом, ты идешь вторым рядом, у тебя окно открыто, и если тут проходит мимо этот автобус, который обслуживает город, да, ездит, курсирует по остановкам, и он в этот момент, проезжая мимо твоего окна, нажимает на педальку акселератора, то в твое окно влетает такие клубы черного дыма, что просто ужас на самом деле, берешься за голову. И в этом с вами мы дышим. С сегодняшнего дня, вот вы посмотрели ролик, вы являетесь гражданином Российской Федерации. Я вам ответственно заявляю, что теперь вы знаете, что есть такой продукт, который добавляется при каждой заправке в бак автомобиля и делает машину экологически чистой. Это реально. И это безопасно для машины. Это даже хорошо. То есть с сегодняшнего дня
если вы в этой теме детально не захотите разобраться, то вы будете осуществлять свои права и свободы как человека и гражданина Российской Федерации на основании статьи 17, но при этом вы будете нарушать эту статью, то есть вы будете нарушать права и свободы других лиц. Я использую автомобиль, который экологически чистый, я говорю о себе. То есть я использую свои права на основании статьи 17 Конституции, и я не нарушаю прав других граждан. А вы, имея автомобиль, не используя этот продукт, с сегодняшнего дня будете делать это осознанно. Идем дальше. Статья 42. Каждый имеет право на благополучную окружающую среду. Я, как гражданин Российской Федерации, имею право на благополучную окружающую среду. И вы имеете право на это. Но те люди, кто ездит на транспортных средствах, загрязняя воздух в городах, тот воздух, который мы с вами дышим, нарушает статью 42 и нарушает наши с вами права. Реально нарушают, потому что загрязняют. Пусть неосознанно, но посмотрев этот ролик, уже начнется осознанное нарушение. Идем дальше. Статья 58. Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду. То есть человек, который знает, что есть продукт, который делает так, что его автомобиль перестает ее загрязнять, и продолжает не пользоваться этим продуктом, и продолжает загрязнять окружающую среду, что делает? Нарушает Конституцию, статью 58 главы 1 Конституции Российской Федерации. А кто, как бы, может быть, я не знаю, государство вроде бы как установило какие-то нормы, но Конституция Российской Федерации лишь это самое главное, что есть у нас. И я как гражданин, зная то, что вот здесь вот написано, вот в этих статьях, и зная, что я могу это обойти, просто обязан взять и начать это делать, реализовывать, чтобы не нарушать эту Конституцию. В общем, что это за продукт? Я вам так скажу, вот я лично пользуюсь этим продуктом 15 месяцев. 15. На своем Nissan Primera, 170 лошадиных сил, 2,5 литра двигатель. 15 месяцев использую этот продукт, только положительные отзывы от его применения. То, что экологически чистая машина становится, это одна часть. Есть еще как минимум 3 положительных эффекта, которые вас приятно удивят, поверьте, очень приятно они вас удивят. Вы будете защищать свой автомобиль от некачественного топлива, которого у нас навалом. По официальным данным, около 25% суррогата продается на официальных заправках. И второй момент, ваша машина просто будет, вы ее не узнаете, просто другое качество езды на самом деле. Двигатель работает мягче, ровнее, тише, динамика лучше у машины. И есть еще третий, еще один эффект, это экономический. Вы будете на том же самом количестве топлива проезжать большие расстояния, надеюсь, на 15, на 20, на 30 километров. Как все это устроено, как это работает, почему это работает. Компания на самом деле на рынке не первый год, 7 лет компания на рынке, американская компания. Вот я пользуюсь продуктом 15 месяцев, я знаю людей лично, кто пользуется этим продуктом 3 месяца. Я лично знаком с людьми, которые пользуются этим продуктом 5 лет, я говорю 3 месяца, да. Я пользуюсь 15 месяцев, знаю человека, кто использует 3 года продукт. И лично знаю людей, кто использует продукт 5 лет. Буквально вот месяц назад ко мне в бизнес зашел человек с Великобритании. 5 лет пользовался продуктом. Сейчас приехал в Россию и уже начал бизнес именно в нашей компании. В общем, более детально обо всем, о продукте, о бизнесе, о том, как он работает, где его заказать, сколько он стоит. Он на самом деле стоит копейки и очень выгоден по применению. Вы можете узнать, не выходя из дома, вот прямо с того места, где вы сейчас находитесь. Вы сидите за компьютером, вот прямо тут вы и можете познакомиться с этой информацией. Под роликом вы видите ссылку 035.0.ru. Пройдите по этой ссылке. Посмотрите короткий ролик, который есть на этом сайте, и под роликом нажмите кнопку «Тест-драйв». Внесите ваши данные, имя, фамилию, там, телефон, скайп, если у вас есть. Эти данные буду видеть только я, это информация для меня, чтобы я мог с вами связаться. Зарегистрируйтесь, и когда вы войдете внутрь этого сайта, там будут и мои, в том числе, данные все открыты. То есть я не скрываюсь, мы можем с вами пообщаться, созвониться, я только за.
И вы там увидите расписание мероприятий, которые называются тест-драйв. Вот такой тест-драйв проходит в понедельник два раза в день, в пятницу два раза в день, и во все остальные дни, кроме воскресенья, по одному разу. То есть вы по расписанию посмотрите подходящее для вас время, придете вот на этот прямой эфир тест-драйва, который проходит в интернете, посмотрите информацию, и уже на основании вот этой объективной информации вы будете принимать какое-то решение. Но я вам точно говорю, что вы нарушаете конституцию сегодняшнего дня осознанно. Вы знаете, что вы можете окружающую среду не загрязнять, как минимум. И кто-то должен это делать. Кто, если не мы с вами? Я желаю вам всего доброго. Пусть воздух в наших городах становится все чище и чище. Хватит уже загрязнять. Пора об этом подумать серьезно.